Здрасте, и сегодня у нас будет сражение двух легенд, Хромакея и Саша Мор, ну или Морозов. Давайте начинать. А кого я выбрал? А мы не деремся, пока чем, понял? Выпрыгивай, пожалуйста. Стой. Пока оружие берем. Ну, позже выпрыгни. Ах ты! Да стой, ждем, да успокойся. Ну, позже выпрыгни, ну не будь какой. Будь как. Можно я его ударю? Как блядь. Я его ударю? Так я буду просто паркурить, бы не хопить там, пока вы не проиграете. Ждем. Да делитесь вы. Ладно. Ай. И у нас появляется победитель. Узикси курсит маленький хп. Прям как его ч... Yellow хп Узикси курсит. Ты меня Dragon. Бесишь, да? У Саша Мор. Взял самого ненавистного всеми игроками персонажа, быстрого Драгона. Драгон — это бывший ник Ахмеда. А Ахмед что делал с Егором? Трахал. Ёбаный Бравл Хаус Ахмед. Меня родители, походу, услышали, мне стыдно теперь. Спасибо, Ахмед, пошел нахуй, кстати. Он взял любимого персонажа Ахмеда, великий Зикси клоун. Реальный клоун, потому что он Dead Inside. У него даже скин Dead Inside. Сука, он играет как Ахмед, меня он бесит. Меня бесит Зикси клоун тем, что он, сука, играет как Ахмед. Только лучше. Он лучше, чем Ахмед. Он не предатель. Но он также за мной по всей карте бегал. Домой? Да нет! Да уйди от меня! В жопу пошёл. Но тут было без шансов, но у него есть второе хп! Да тут... Лучше всего на мышку, колесико мышки подбирать. А? Так подбирайте, если ты просто так нажимаешь, она выбрасывается. Сука, он что, с Ахмедом играет? То есть Ахмед тебе поддается, а меня он знаете, что делал, да? Ахмед, я уверен, ты, возможно, досмотришь до этого момента. Вопрос. Почему ты его обучал играть, а меня, ну, делал то самое? Почему? Объясните. Немедленно. Немедленно, блять. Тупо они два ржут, а я, блядь, с Ахмедом общаюсь. Бля, он его схватил. Урод. Тома такая. Гнида! А, мы играем с тех пор. Хорошо. Плохо.
ненавижу. Я просто ненавижу эти прыжки. Я не понимаю, как с ними прыгать. Как прыгать? Чё, реванш Морозов? Да. Я просто, я знаете, из-за чего сливаюсь? Не из-за того, что я проигрываю Тёме. А то, что я не могу допрыгнуть до рамки. Самолётик. Не понимаете? А ты в наблюдатель сошел? Да. И победила карта Морозова. Александра. У Алекса. Ой, Алекса. Морозов Алекс. Точка Е. А то есть Морозова можно называть Алёша? Нет, а я Александр, просто Алекс сокращенно. Сокращенно Саша. Алекс это имя другое, чем. Да пофиг мне! Честно, пофиг. Алекс, блядь. Алекс, фул имя. Сейчас загуглим. Алекс, Алекс. А, Алекс уменьшительная форма имени Александра, Алексей и Александра. Алекс. Я что не знаю. Окей, ладно, признаю, я отсосал. Да, согласен. Ты всегда просто это делаешь. Самолетик. Трансформер. Десептикон. Чё-чё? Просто это типикал поединки Егора Поми и Ахмеда. Иди. Да, если Ахмед его тоже трахал. Дракосу бьет! Я вообще-то вымирающий вид, ты не понимаешь, что ли? Тупой вид. Это тупой вид. Морозов Александр планирует контратаковать и побеждает! Тянка на заднем фоне, когда си... Отойдите от Тянки. О май, что ты там за девочка? О, вот Тянка. То у Морозова есть парень из Казахстана. Неправда. Парень из Казахстана. Это Ахмед на самом деле. Ахмед, признавайся, это правда? Да, его зовут Ахмед. Да как ты это делаешь? Легко, вот хорошо. Скажите мне, пожалуйста, Тём, ты урод! Я тебя... Ага. Настолько интересный бой, что мне лень его комментировать. Я смог выпрыгнуть. Морозов, ему один удар остался. Если ты продуешь, я в ахуе буду. Я бы не плевать. Сколько ему там ударов осталось? Вера в императора один... никогда не умрет. Вон бьет вопрос. Я мой воздух. Зачем? Не знаю. А, Хром, пожалуйста, поддайтесь. Мне стыдно на это смотреть. Я не могу это комментировать. Благодарю, вы можете его уничтожать. Я плачу. Ладно, Морозу, мне было приятно. Ага, мне тоже. Ты на твоей могиле. Так что пофиг, танцуйте.
А как он выжил? У него ХП не было. Да, знаешь, хочешь жить, умей вертеться. Та самая дедушка. Пошёл. По фактам. Ну, кстати... Он не допрыгнет. Допрыгнет, вот тут допрыгнет. Допрыгнет! Он не глупый просто. Сейчас он почему-то не сглупил. Понимаете? Good game! Окей, еще раз, я пока не выиграю, идешь понять, я не отстану. Мирай, хорошо. Я... Выбери меня в свою команду, я тебе поддамся, чтобы нет, ты закончил. Нет, нет, нет! Выйди, выйди, реально, выйди. Мы, это наш реванш. Ну а дальше было еще 20 реваншей, ну, поменьше, но давайте округлим. В которых всегда побеждал Хромакей. Морозов же выиграл всего 2 раза. 1 раз и то нечестно. Но мне лень это монтировать, поэтому всем пока!